В Сибирском центре детской одежды. Известные бренды по отличным ценам. Действует доставка с примеркой. Второй потолок. Подарок. Натяжные потолки Блейхерт. 22-22-111. Около месяца с копейками, где-то полтора месяца у нас ушло работу на эту. Жители Красноярского края. Художники, артисты, коллекционеры, ученые. И мне, знаете, иногда обидно, что нас, коллекционеров, вот таких кукол иногда путают вот с теми. Своими силами они развивают родную культуру. Где гвоздь найду, где старую ручку? Их жизни и воспоминания – часть истории России. И талант, и творчество, и душа в них вложены. Смотрите проект Натальи Кечиной «Неравнодушные. Локальные истории». По субботам в 20:25 на ТВК. При поддержке фонда Михаила Прохорова. Привет, я Леонид Парфенов. Это события, люди, явления, определившие образ жизни. То, без чего нас невозможно представить, еще труднее понять. Очередной год, очередная серия. С осени 2014 года в России разрастается.